различные особенности и у человека, и у его окружения, и у семьи, которые не позволят ухаживать за таким питомцем, как, например, аллергия. Аллергия может возникать не только на шерсть, но и, скажем, на корма, на специфичные разные, получается, наполнители для кролика. Также человеку все равно надо иметь время, располагать временем, с которым он сможет ухаживать за животным, поэтому все-таки лучше, как минимум, поинтересоваться, насколько человек готов.